узнать больше о своей будущей профессии, увидеть свое будущее рабочее место. Такая возможность сегодня представилась студентам 4-го курса Зуевского энергетического техникума. Всего через полгода они получат дипломы, и многие из них придут работать на теплоэлектростанции. Сегодня на Зуевской ТЭС для ребят была организована экскурсия по турбинному отделению. В этом году на Зуевской теплоэлектростанции были трудоустроены всего 5 студентов. Крупное энергетическое предприятие остро нуждается в новых кадрах. В дальнейшем готовы сотрудничать с вузами, готовить кадровый резерв для нашего предприятия. Я думаю, не только для нашего. Я думаю, и Старобешевская ТЭС, и Зуевская ТЭС, и, в принципе, весь энергетический комплекс, ну, под руководством нашего министерства, сейчас настраивается на подготовку нашего, как говорится, будущего возрастающего поколения. Экскурсии для студентов проходят согласно учебному плану. На Зуевской ТЭС четверокурсники уже в третий раз. Сегодня, к примеру, будущие теплотехники знакомились с маслосистемой турбины. Ребята имеют возможность ознакомиться полностью со всем циклом производства электроэнергии, посмотреть, собственно говоря, производственный потенциал нашего предприятия, увидеть воочию то, что происходит на практике. Не только то, что рассказывают преподаватели в теории или там показывают какой-то, как это часто сейчас бывает, видеоряд, какой-то подготовленный материал на занятиях, а вот действительно ознакомиться со своей будущей профессией, да, я надеюсь. Где расположены насосы подачи масла и маслобак турбогенератора? Как устроена система очистки масла от влаги и примесей? Как работает система охлаждения масла? Студенты интересовались всеми подробностями, и увиденное произвело на них впечатление. У нас была тема маслосистема турбины. И, конечно, в теоретическом оно не так все эффектно, как на предприятии. Сегодня меня заинтересовал ремонт цилиндров низкого, высокого и среднего давления, маслосистему саму, как сливается масло, как отвод, привод масла. Больше мне была интересна турбина, как она выглядит без корпуса, как ее ремонтируют. На экскурсии, помимо усвоения темы выездного семинара, студенты Зуевского техникума примеряли на себя свою будущую специальность. Я себя вижу как минимум машинистом турбины или котла. Почему бы нет? Очень хорошее предприятие, все работает, как бы мне нравится. Очень хотела бы.